что, вы здесь остановили, да? А? Здесь остановили? На момент прибытия первых отделений, это ПЧ-4 по охране Соломбальского и Северного округов, адрес ударников 24, значит, происходило горение на первом-втором этаже первого подъезда двухэтажного деревянного дома. Значит, люди из первых-вторых этажей просили о помощи. Значит, по приставным лестницам личный состав в итоге эвакуировал трое детей с верхних этажей и четверо взрослых. Значит, были переданы бригады скорой помощи и отправлены в лечебные учреждения. А еще можно сказать, вот проблемы с водой были вначале? Да, есть проблемы с водой. Значит, пожарные гидранты, которые находятся рядом с местом пожара, один из пожарных гидрантов был в замороженном состоянии, что, значит, усложнило подачу воды на тушение пожара. Но откуда в итоге брали? Ну, пришлось уходить дальше по линии пожарных гидрантов, находить в исправном состоянии.